В алматинском зоопарке пополнение. Несколько дней назад на свет появился морал. Малыша пока еще толком не видели даже сотрудники зверинца. Между тем, алматинцы сами стремятся стать для обитателей зоопарка родителями. Новая программа по оформлению опекунства набирает обороты. Приемные родители уже есть у оленей, зебр, беркута, лама, жирафа и енота. Алматинский зоопарк по-прежнему предлагает горожанам стать опекуном понравившегося питомца. Домой, конечно, забрать животное нельзя, но договор дает возможность улучшить условия подопечного и участвовать в процессе кормления. Если программа опекунства нашла отклик в сердцах алматинцев, то другой проект зоопарка по установке именных скамеек интереса не вызвал. Эта программа еще не реализуется пока, к сожалению. Она есть какие-то свои такие моменты, нюансы, может быть, от желания людей, может быть, еще чего-то и так далее. Но пока она не реализована, эта программа. Этим летом зоопарк запустил и другую программу «Прогулка со звездой». Казахстанские селебритис проводят для посетителей зоопарка экскурсии, поют свои лучшие песни и вспоминают детские годы. В эту пятницу акция совпала с Днем защиты слонов. Певец Дидар Каден воспользовался случаем и покормил великанов зверинца сам. Если честно, за последние 13 лет я впервые в зоопарке. Вот. В детстве часто здесь бывал с родителями. Воспоминания очень теплые, очень светлые. Сотрудники зоопарка надеются, что в супружеской паре азиатских слонов в течение 2 лет будет пополнение. Между тем, уже этот летний сезон зверинец ознаменовался настоящим бэби-бумом. Родились волчата, оленята, черепашата и козлята. Несколько дней назад на свет появился первый за 6 лет морал. Только в секции копытных, например, 22 приплода появилось. И у оленей, у морал. Вот, кстати, последний маленький алтайский морал. Такой симпатичный, но его пока не хотят показывать. Даже работники зоопарка мороленка толком не видели. Рассказывают, что мама будет его прятать, пока детеныш не окрепнет. Через несколько месяцев обещают достойные именины и, возможно, конкурс на лучшее имя. Юлия Искевич, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».